Обзор территории бассейна. Так, смотрите, отель «Фантазия». Народу достаточно много, да, на фоне других отелей, которые я сейчас смотрела. Большой бассейн, смотрите, как интересно, как красиво. Так, в лобби много народу отдыхает, это говорит о том, что лобби комфортный, удобный, в жару. Прям замечательно. Смотрите, такие мостики. Честно говоря, не очень понимаю, как это с коляской здесь можно совместить. Но, наверное, есть какие-то обходные пути. Смотрите, здесь купаются. Вау, видите, такие необычные формы бассейны. Да, вот с этими мостиками. А, sorry, а how it's possible with trolley? Понятно, то есть с другой двери езде выход. Окей, understand. То есть есть проход, где именно с колясочкой можно. Ой, смотрите, птицы у бассейна. А? Купаются. Купаются. Лайк возьми. Смотрите, все отдыхают. Ну вот, да, почему-то совсем тишина. Where music? But not high. So not high. Not high. Yes, not. Так. Да, бассейн хороший. А вы heated pool. Рагаб. Али сот сын на кеда? Normal people relax. Don't sleep. Yes. And a very heated pool. This is heated. It's really heated pool with but the time? Now. No, sure. Yes, sure. This is heated and this heated. Really? What? Yeah? Yes. Смотрите, очень важно. Вот этот большой бассейн с подогревом. Большой. И вот этот детский. Хочу отметить, что вот детский бассейн очень большой. Он мелкий и очень большой. На самом деле это классно, когда я с детьми. Вот могу поставить плюсик. Понятно. 450 комнат. How many years this hotel? Сейчас я тебе разговариваю. Смотрите, какая очень дорожка. Пляж. Сейчас посмотрим мы. Отель Фантазия. We can go to check. Yes. Check. I show you the bar. Okay. So we have another bar here. We have two bars. One bar. Ой, смотрите, какой симпатичный действительно бар. Да. В тенечке от жары. Ну, Because taxi waiting me. No problem. Only 2 minutes we can drink something. Сейчас. On the coffee. Так, ну как здесь вот отказать выпить кофе? Латте, окей? Латте. Да, и давайте посмотрим эту красоту. Ну как здесь не выпить чашечку кофе? Посмотрите, какой красивый вид. Смотрите. Интересная полянка с кактусами. Очень интересный дизайн той полянки. Вид сверху на море. Море красивое. Отель «Фантазия».